Милый, может, я останусь у тебя ночевать? Поздно, я уже лев твой звал. Вот, все понимаю, но продолжаю в том же духе. Пошла ночью к холодильнику, пока все спят. Встала в очередь в третьей. Жарко, сегодня ночью буду спать с открытым окном. Понравилось 27 комарам. Стоит мужик утром на остановке, мимо пробегает какой-то спортсмен. Щелкает его легонько по носу и говорит: «Дурачок!» и бежит дальше. На следующее утро ситуация повторяется. Мужик вечером приходит домой и рассказывает жене про это. Та ему говорит, мол, забей, мало ли дураков всяких. На следующее утро опять стоит мужик на остановке. Мимо пробегает тот же спортсмен, щелкает его по носу и говорит: «Ёбедо!» Мне нравится одна девушка. Ну так скажи ей. Ты мне нравишься очень. Норм, отправляй. Ну я отправил. Не ответила? Ответила, норм, отправляй. Да уж, странная какая-то. Мне доктор настоятельно рекомендовал морской воздух. Посмотрев кошелек, я повесила Ноеву на вентилятор. Настолько уважаю личное пространство некоторых людей, что обхожу их за километр. Возьмем, например, чувство юмора. Где возьмем? Вчера, объезжая яму на дороге, заехал в другой город.